Приветствую, друзья! Вот она, моя красотка Эхмея. Меня спрашивали после моей публикации, в которой я спрашивала, как же быть, как поступить, что мне сделать с этой Эхмеей. Это растение как было установлено под сенью винограда, так и находится вместе со всеми другими растениями. Но наблюдаю, что вот у этого несчастного, обожженного солнцем по моей вине, моя вина, не надо было оставлять, хоть и не на прямых солнечных лучах, но все-таки на солнце. И вот, смотрите, есть росток. Ура, 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 ура! Этот росток только на одном корне, на одной ветке. Больше я не вижу. Но сегодня 25 августа, может, еще порадует меня, а может, даже цветением порадует. Очень бы, конечно, хотелось. Да, вот смотрю, есть и вода в розеточках. Летом это не страшно. Зимой в доме я не допускаю, чтобы в розетках скапливалась вода. Ну что, уже хоть какой-то положительный результат моей красоточки есть. Радуй меня и дальше.